100 добрых дел. Под таким названием 1 ноября в Иванове стартует добровольческий марафон. В рамках программы люди всех возрастов могут представить свои благотворительные проекты, акции, конкурсы, праздники и другие мероприятия, которые не требуют привлечения значительных финансовых ресурсов. В марафоне нет ограничения ни по количеству участников, ни по времени реализации проекта. Предлагаемые акции могут быть краткосрочные и на перспективу. От претендентов требуется пройти регистрацию. Можно создавать и добровольческие группы, но не более 3 человек в команде. Закончится марафон 30 ноября. Итоги будут подведены 5 декабря в Международный день добровольцев. Лучшие участники получат благодарственные письма и памятные сувениры. Каждый участник может сам предложить свое доброе дело, то есть дать ту инициативу, которую он бы хотел провести в рамках этого мероприятие. Если же мы понимаем, что у мероучастника есть желание помочь, есть желание поучаствовать в мероприятии, но он пока не знает, куда бы он мог направить свою энергию, в какое русло бы созидательное, да, он мог бы предложить, чем он мог позаниматься на территории города Иванова, этого марафона, мы сами предложим ему на выбор одно или несколько там проектов. Прием заявок уже начался. Пройти регистрацию все желающие могут по ссылке через сайт городской администрации до 13 ноября.